А ты что в новом году будешь это? С лупами искать следы преступников? Взял, фейерверк ему сделал. Бизнес мне фейерверковый, знаешь, такой праздничный. Садись ты за руль. А почему я? А кто? Я уже выпил. Вот это вообще другой разговор. Вот ты молодец, ты сдал, если что. А я сдал. Нет, ты не сдал, у тебя параллельная парковка хромает. Здорово. Максим Константинович, а что это вы за такси вызвали? Какое такси? Какое такси? У меня же товарищ в этой, ну, в дорожно-патрульной службе работает там. После праздников приболел немножко. Вот я его заменяю, у молодежи экзамен принимал. А ты что в новом году будешь это? С лупами искать следы преступников? Очень смешно. Это вообще-то мне врач прописал. Какой врач тебе прописал? Давай, включай. Дальний, пошли патрулировать. Это тебе бинокли приписали вот эти? Чего придумывают там? Пошли. А ты как относишься к этому, к закалению, кстати, там, водой обливаться? Да я не буду на морозе это делать. Ну не обязательно на улице, можно дома у меня там в ванной поплескаться. Чё? Ой, отстаньте, что ли, а? Отстаньте каждый раз. Так, опа! Да подожди, ты чё, упал? Ноги не держишь, что ли? Праздник, ё-моё, давай, дедушку. Нормально, а? О, пятак красный, все, давай, буксуй отсюда. Ну что это такое опять, а? Бизнес у меня, что это такое? Какой бизнес? Ну какой у тебя бизнес здесь? Ты просто сейчас человека взял, ударил. Не просто ударил. Взял, фейерверк ему сделал. Бизнес у меня фейерверковый, знаешь, такой праздничный. Ну какой фейерверк? Ты что, я не знаю, как фейерверк, что ли, выглядит? Обычно берешь вот так вот, как... въебашишь ему искры, знаешь, как летает. Вот 100 рублей один фейерверк тебе продать. Нет, ты что? Сейчас продам фейерверк. Стоит он тут, торгует. А я думаю, что у нас в больнице столько народу. Знаешь, сколько последний раз столько народу было? Когда я сказал, что после вакцинации ватку спиртовую дадут. Все пришли, ты же сам в очереди сидел. Первые вообще? А что с бабушкой с тобой? Какая бабушка, что городишь? Вот бабушка стоит в линзах, вот это. Что с бабушкой? Какая бабушка, Толя, ПДН, что городишь? Ага, рассказывай мне, я Олечка ПДН, знаю. Красивая, симпатичная такая. А это в линзах каких? Таких биноклях только телепередачи ручкой обводит в газете. Да Сундуков, да это я. Иха. Ты? Не узнал. Тихо. Ну ты это все равно, сходи в пенсионный фонд, может тебе что-нибудь там полагается. Да успокойся, что ли, а? Успокойся, а? Ай, блядь. И это что еще такое? Да это, походу, возврат. Что-то за последнее время фейерверков часто возвращать стали. Партия китайская, наверное, пришла. Все, пошли в отделение, достал. Пошли, что ли, давай уже, чего а? Так трещит эти возвраты, трещит у него все. Начальник, стой! Просьба одна к тебе. А дашь мне, скоро же день города, дашь папку свою? Зачем? Не бесплатно, сразу говорю сейчас, не бесплатно. Зачем тебе папку? Я буду фейерверки ей продавать. Вот так взял, как дал, сразу можно... Троих, четверых обслуживать, понимаешь? Там такие искры будут, на Красплощадь такие фейерверки не пускать. Пошли, да пошли, что же фейерверки? 20% твои! 30, пошли, давай, сейчас 20%. Сам фейерверк услужу, пошли. Нет, давай. Ну нормально, в очках, не признал. Иди, да подожди. Да иди сюда, пошли, все, в очках она. Не признал. Не узнал, пошли. Целоваться удобно в очках? Удобно, пошли. Ты то откуда знаешь? Обеденный перерыв у нас на работе длится 15 минут. И неохота такой короткий промежуток времени тратить, ну вот, например, на игру в сапера. Хочется потратить его на что-то полезное. Каналы с веселым или полезным контентом, конечно, это круто. Но самый топ, когда все это собрано в одном месте, и из этого можно извлечь выгоду. Например, GG Poker TV. Тут и мировые покерные новости, и стримы сражений с лучшими русскоязычными комментаторами. Разбор игр, покерные советы и постоянные розыгрыши подарков только для подписчиков. Смотри GG Poker TV, тут есть и битвы профессионалов за огромные деньги, и разборы финальных столов обычных игроков, таких как мы с вами. Топовые комментаторы и спортивные аналитики работают с покером на GG Poker TV. Переходите по ссылке под видео и найдете что-нибудь полезное для себя. Мы приехали на очередной вызов. Местные жители жалуются на бешеную собаку. Да, жалуются. Бегает, кусается, отнимает у всех там еду, мешает гулять всем подряд. Так что мы будем ловить. Мы в стороне как бы не останемся. Даже вот все, ну, транспорт подмутили. Ну и сачок себе взял для бабочек. Ну, я думаю, собаку сюда тоже поместить. Давай, садись ты за руль.
А почему я? А кто? Я уже выпил. В смысле? Мы же на работе. Да я что-то разволновался там по описаниям. Какой-то алабай огромный, вообще вурдалак. Это для храбрости. Давай, садись, поехали. А ты вообще ездить умеешь? Давай, 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 за ним хлыщи. Ой! Вот он, тормози, 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 Валь. Вот он, иди сюда. Вот он попался. Да это не собака вообще-то, это Чернобыль. Вы что творите? Я же в этом месяце уже приходил отмечаться. Какой отмечаться? На тебя тут вся деревня жалуется. Ходишь, тут детей пугаешь, еду у них отнимаешь, бросаешься на всех. А что они меня шугают, камнями кидаются? Я тут просто на работу прохожу. На какую работу ты здесь ходишь? Ты как выглядишь вообще? Ты кто? Этот, шахтер или нефтяник, что ли? Я аниматор. Какой ты аниматор? Ты что, думаешь, я не знаю, как аниматор, что ли, выглядит? Они там лисички, белочки, лунтики. Ты не... какой аниматор? Не ори, браконьер. Я это. Сегодня просто тематический праздник. У сына директора СТО день рождения. Кого ты там играешь? Карбюратор, Че ты мне лечишь? А ну-ка садись, давай. Садись в бричку. Сейчас в отдел поедешь. Куда? Поеду я. Сачок, по а дороге. Я? По дороге Сачок гадашь пока кого. Давай. Сиди тут. Карбюратор. Че, опять в отделение, что ли? В отделение. Дверь открывайте. Кто там? Начальник, дверь открывайте. А, это Миша? Здрасте. Ты что, здесь живешь, что ли? Ну да. А что у тебя дверь как в детском садике? Я квартиру только купил. На тебя жалуются, ты только квартиру купил. Снизу жалуются, говорят, что, мне что, тусовку устроил здесь, да? Да какая тусовка, вы что, у меня ремонт. И вообще-то время 3 часа дня. По закону можно до 11 вечера шуметь. Кто вообще в 3 часа дня спит? Какие законы? Потому что бабушка живет. Она сейчас кашу поел, ее в сон клонит. Значит, все. Это уже вечер по ее часам, понимаешь? И она мне название говорит, приди разберись. Я пришел, а тут ты. На, распишись, я пойду. На. Давайте. Подожди, это что? Поручитель по кредиту на лад гранта? Я не буду это подписывать. А что не будешь-то? Ты у меня единственный знакомый без судимости вообще-то. Да не буду я ничего подписывать, вон свою Оль ПДН просить. Подожди, какую Оль ПДН? Я не могу ее попросить. На нее уже скутер в кредит оформили летом и утопили. Сейчас снег сойдет, будем доставать, если там карпы карбюратор не сняли. Я, конечно, вам сочувствую, но поручительство подписывать я не буду. Погоди, что ты уходишь сразу? На, распишись, что я просто был. Без этого, без поручителей. Давайте. Все. А ты что летом это делаешь? План есть? В Доминикану хочу полететь. Скутер не поможешь достать? Все, давайте до лета. Подожди. Да чего? Последний. Висячок не возьмешь? Какой? Да нет, все, до свидания. Хорошо, на скутер согласился. Так, кто видос рубает, тот штраф получает. Вот это правило просто никогда в своей жизни не забывайте. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, нажимайте кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Потому что видос смотрите, а на канал не подписан. Вообще-то это нечестно. И не забывайте подписываться на наш инстаграм. Там много всего интересного. А еще больше всего интересного в нашем соли телеграм-канале. Мы там с вами общаемся напрямую, пишем, как у вас дела, пишем доброе утро, спрашиваем, какая погода, показываем, в чем ходим, показываем, что едим, но в основном это я. В общем, там много всего интересного. Обязательно переходите по ссылке в нашу телегу. И новая движуха для наших подписчиков. Пожалуйста, напишите в комментарии, какой бизнес нужно открыть сундуку, чтобы мы его не забрали в отделение, чтобы он был честный, хороший бизнес, а не опять какие-нибудь фермерки, которые он тут вам показал. И самый крутой комментарий мы выберем и передадим ему видео привет. Либо я, либо Ульчик. Ну, там, кто спать не будет, тот и передаст. А хочу еще напомнить, что у меня на YouTube есть канал, который называется «Максим Народный». Там я готовлю с любимыми актерами ваших веб-сериалов. И с Демой, и с Сундуком, и с Москвичом, и с Легкой Подмогой, и с Чернобылем, и с Ольчик ПДН. Если вы вдруг не знаете, как скоротать свой зимний холодный вечер, обязательно подписывайтесь на канал «Максим Народный». Там очень много рецептов и очень душевные и классные ролики. Так что все по ссылочке переходим. Все, давайте. Честь имею. Ё-моё. Для вас, как честь просили. Честь имею. Моя любимая часть выпуска, как и ваш, наверное. Пойдемте. Пойдемте. Хватит. Я так с ума сойду.